Сорт томата «Синий том». Это высокорослый сорт томата, куст высотой 1,82 м. Стебель очень прочный, толстый. Сорт среднеспелый, 110-120 дней проходит до созревания плодов. Плоды среднего размера массой от 120 до 200 грамм. Отдельные плоды могут быть и до 300. Плоды вот такие вот необычайно красивые, плоскоокруглой формы, экзотического окраса. Плечики густо темно-чернильные, и на боках просматриваются темные полосы. Фоновая окраска боков темная, бордово-красная, а низ обычно бордово-красно-малиновый. Вот так выглядит сорт в разрезе. Мякоть светлая, красно-малинового цвета. По вкусу томат очень сладкий. Мякоть сочная, мясистый. Семенных камер много, но они содержат небольшое количество семян. Этот сорт подходит для употребления в свежем виде, для изготовления соусов. И томатный сок из этого сорта очень-очень вкусный. Подходит этот сорт для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте. Сорт очень урожайный.